Отож, друзі, повернувся після невеличкої погоди, і я хочу проанонсувати вам те, що сьогодні в Україні святкують День сім'ї. Визначне свято, тому привітайте усіх своїх батьків, привітайте своїх дітей, з цим обійміться, поцілуйтеся, любітеся, кохайтеся, прям так і хочеться сказати. Але з приводу цього ми і запросили нашого гостя, який вже є в студії. Це Олег Соколик, начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді міської ради, і я радий його вітати. Вітаємо тебе, Олеже. Здравствуйте. Дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас в ефір, не дивлячись на те, що зранку хочеться трохи поспати. Хочется. Ну, я хочу вас поблагодарить за приглашение и также поздравить всех с Днем Семьи, действительно, вам семейного благополучия, счастья, пусть все проблемы и невзгоды обходят вас стороной. Хорошо проведите этот день своими родными и близкими. Я думаю, що найближчі 15 хвилин ми добре проведемо з тобою в ефірі. І, до речі, дорогі друзі, якщо у вас є якісь запитання до пана Олега, то ви можете зателефонувати до нас в студію і запитати усе, що душа бажає. З приводу молодіжної політики, сім'ї, молоді, спорту, чого тільки хочеться, та й запитуйте, так? Номери телефонів ви бачите на екрані 7692-42, код міста Миколаєва 0512. Нагадую для тих, хто буде телефонувати не з міста Миколаєва. Отож, перше, про що хотілося б запитати, це Студ Республіка, найближчий, скажімо так, мультифестиваль, як його називають, який планується вже цими вихідними. Що за фестиваль, скажімо так, до нас представники на пост мера, студмера вже приходили, розповідали про свою програму, анонсували те, що вони хочуть зробити на своєму посту, які, можливо, отримають. Що взагалі, як організатор уже, по суті, як людина, яка модерує цей проект, можете розповісти, яка кількість учасників, що чекає на учасників? Ми говорили про те, що будуть різноманітні майстер-класи. Що за майстер-клас? Тобто, уже на сьогоднішній день, як я розумію, уже 100% вже вся інформація відома, так? Ну, практически вся информация есть. Я бы хотел сказать, что Студ Республика – это действительно уже такой брендовый проект. И если брать в разрезе всей Украины, да, в каждом регионе проходит региональная Студ Республика, то в Николаевской области это наиболее сильная, масштабная программа. И действительно, это тот мультифестиваль, который, если взять точно за лето, это, наверное, самый крупный фестиваль регионального масштаба в Николаевской области. На данный момент еще регистрация идет. Еще кто желает, может тоже дозарегистрироваться, но вот До речі, на вчерашний і вечер. цікавий проект тим, що реєстрація завжди там припиняється за місяць, за два в інших проектах, тут до останньої Тут хвилини, буквально, да, можливо. буквально до, за день, по-моему, до отъезда уже, чтобы все привести в порядок, уже понимать, сколько автобусов нужно, сколько мест, уже это все заканчивается. И я хотел бы сказать, что в этом году, вот сейчас, порядка 300 человек уже, молодых ребят, зарегистрировалось. Несмотря на то, что это уже практически середина июля, середина лета, все равно много желающих, и я знаю много ребят, которые хотели поехать, но там в силу разных причин не смогли это сделать. Могу сказать, как когда-то участник этого проекта 5 лет назад, в котором на тот момент участвовало порядка там, 90 или 100 человек, и Студ Республика проходила в городе, и все было намного проще, легче, то сейчас это уже очень серьезный проект с очень приличным бюджетом, с большим количеством спонсоров, организационной поддержки. И могу сказать, что действительно проект растет, и уровень конкуренции в нем возрастает. Если раньше это были просто такие небольшие группы студенческие, по 20 человек, можно сказать, я и мои друзья, да, участвуют, то сейчас это серьезные команды, до 100 человек, с там, серьезным распределением внутренних обязанностей. Ну, все очень-очень по-серьезному, очень интересно наблюдать за ребятами, которым там 18-20 лет, которые уже предлагают свои планы. Конечно, где-то уже смотришь и понимаешь, что что-то, может быть, не будет реализовано, потому что оно очень такое восторженное. Но очень приятно понимать, что есть ребята, которые, даже У которых молодые, есть такое которые желание. уже хотят, возможно, не сейчас, чуть-чуть позже, они это как-то немножко передумают, да, по-другому развернут ситуацию, но они это будут делать, будут стараться, а выиграют от этого все, как они, так и все жители города. И вот это действительно всегда приятно. Ну і приємно те, що серед молоді з'являється, скажімо так, велика така політика вже, оскільки вони серйозно підходять до справи. І ще такі, ось таке запитання. У нас одна із претенденток на пост мера, студмера, говорила про те, що хоче розширити обов'язки студентського мера. І що з цього приводу можете сказати? Чи дійсно це реально? Я думаю, для того, чтобы это реализовать, и сначала нужно победить. Все-таки сказать, что есть четкие функциональные обязанности студенческого мэра, это неправильно, да? Это проект, ты побеждаешь в проекте. То, как ты потом будешь это реализовывать, это уже твое дело, то, как ты будешь видеть. Мы со своей стороны, я со своей стороны, как представитель управления по делам молодежи, могу сказать, что мы всячески будем способствовать. И я помню, когда я был студенческим мэром, нам
практически во всех наших инициативах оказывали или консультационную, или организационную помощь. Мы старались, делали, не все получалось, но мы старались. И в этой ситуации тоже хочу сказать, что любой человек, кто бы не победил, вне зависимости, я готов, мы готовы со всеми работать, с теми, кто выиграет, кто не выиграет, потому что все эти ребята хорошие, они разные, каждый в разном направлении работает, но они интересные, и я думаю, им несколько лет дать, они станут серьезной общественной силой в городе. Скільки вже зараз претендентів на пост студентського мера? От я слышал 3, это я уверен. А вот четвертый там такой джокер. Он до последнего момента пытается, наверное, как-то скрыть свое участие. Поэтому, ну, вот 3 или 4. Програму, як Вікторія Романенко, до речі, яка приходила до нас, говорила, що програму ви не висвітлюєте завчасно. Тобто це вже відразу там на конкурсі. З чим це зумовлено? Тому що, можливо, не було повторів деяких, якщо б дивилися на інші програми. Ну, тут важливо, що кілька факторів. Перше. Для того, чтобы все ребята были примерно в равных условиях, да? Чтобы все они включились в процесс одновременно. И также важен процесс ODIV, который есть в игре, что ребята должны погрузиться в игре, а не подготовятся дома, сделают домашние заготовки, приедут и не будут ходить на пленумы, да, участвовать в лекциях, они будут просто озвучивать тот материал, который они наработали дома. Но это будет не очень интересно. Второй фактор то, что мы стараемся привлечь много разных специалистов. К сожалению, графики у людей меняются, да, и где-то наше расписание там еще тоже в процессе такого корректировки, поэтому тоже есть вот этот фактор влияет. Ну, для того, чтобы был такой элемент неожиданности, я думаю. Да. То есть все знают тему игры. Все ее знают. Она уже давно озвучена, уже больше, чем месяц. Але сам хит невідомий нікому, да? Ну, как? Он примерно всегда одинаковый. Те ребята, которые, конечно же, были на студии республики, они имеют определенные, да, преимущества, потому что они понимают логику. Логика всегда одна и та же. То, как это по-другому оформляется, ну, там, своя специфика. Да? В этом году мы говорим о модернизации молодежной политики. Потому что я прекрасно понимаю, работая в этой должности 3 недели, я знаю, какие есть проблемы, да, но точно так же я понимаю, что без участия общественности, молодых ребят, мы не сдвинем эту ситуацию с мертвой точки, потому что вот они, это вот будущее, да, в этом городе, они в первую очередь должны быть заинтересованы в изменениях в молодежной политике. И они сильно заинтересованы. То есть они предлагают идеи, конечно, мы не всегда можем это поддержать, не всегда это вписывается в законодательство, да, или в процедуры, но мы стараемся сделать так, чтобы все эти институты были адаптированы, чтобы все это работало, потому что это для этих ребят в первую очередь. То есть наша работа госслужащих – это не для госслужащих, это для людей, в первую очередь. Ну, в моей ситуации, для молодых людей. Отож, ще про студенту республіку останнє запитання – це майстер-класи. Що планується? Тому що це в основному політична підготовка молодих політиків. Ну, я хочу сказати, що студенту республіку дала вже цілу плеяду за своє время, ну, ребят, которые потом закрепились в общественной политической деятельности. Также я считаю, что проект выполняет очень важную функцию. Когда приходят выборы, все говорят, молодежь пассивна, молодежь не ходит на выборы, молодежь не выбирает. И это абсолютно правда, да, потому что молодое поколение не выбирает свое будущее. Судреспублика – это один из немногих проектов, который приучает людей к политической ответственности. То есть у тебя есть право выбора, реализовывай его. Если тебе не нравится тот, кто есть, за кого голосовать, иди предлагай себя, да, или там предлагает людям человека, в котором ты уверен. И это хорошая школа для молодых ребят, конечно, в меньшем масштабе, но пройти что такое выборы, пройти процедуры регистрации, написание программы, ее защиты, презентации, это все очень важно для них, и люди, которые это проходят, они после этого, как мне кажется, становятся сильнее, потому что для них это хороший опыт. Ну и конкуренция, ну политическая конкуренция, это тоже имеет там, люди некоторые, я знаю, приезжают молодые ребята, студенты, политологи, для них это тоже там определенный такой процесс тренировки, практики, да, как можно на практике отрабатывать определенные технологии, которые они пока знали только в теории, вот они имеют возможность применить на практике. Ну и по мастер-классам, я, честно, я не веду это направление в оргкомитете, я в оргкомитете так очень отдаленно, не надо мешать ребятам заниматься им своё дело, они должны делать это сами, мы должны им помогать там, где они не могут что-то сделать сами. Я знаю, что я выступаю там с 2 лекциями, веду одну группу, это то, что я знаю. Там уже, думаю, в день приезда я уже, когда уже тоже программу, я ее еще в шитом виде не видел, поэтому уже буду видеть, понимать, знать. Отож, ще одне підтвердження того, що молодіжна політика дійсно із новим, скажімо так, керівником, що якось оживає, тому що в руки молоді дається кермо, як хочете, так і можете реалізувати, тільки поправки деякі вносяться. Які ще проекти плануються на цьому тижні, тому що знаєш, що в четвер якийсь проект, що це за проект? Завтра ми готуємо мероприятие, називається «Натуркемп», теж вместе з общественними організаціями. Це мероприятие більше туристичного направлення. Да, ви знаєте, що Николаев при всех своих красотах, да, и по том потенциале, который есть, к сожалению, его не реализуют. Туристически мы, город не развивается, город не зарабатывает с этого. Есть там много примеров, конечно, банальный пример Украины – это Винница, да, где
ну, город красивый, есть места, но я не скажу, что их там намного больше, чем у нас. Но они реализуют потенциал, у них туристы, да, у них люди зарабатывают, город с этого зарабатывает, город чище, красивее, выгодно от этого всем. А у нас, к сожалению, эта ситуация немного хуже, и мне очень приятно, в том числе, что большинство из тех людей, которые там будут присутствовать, это молодые ребята, которые понимают, что так можно развивать город, что мы можем понимать, да, что уже судостроение мы не вернем в том объеме, который было. И говорить об этом, конечно, можно, но сделать это сложно. Денег это будет стоить, я не знаю, какое количество, но, наверное, очень большое. Здесь же при небольших вложениях, главное при понимании того концепта, который мы делаем, при небольших вливаниях, притом не только государственных, но в основном и частных, да, нужно людей заинтересовать им заниматься, могут зарабатывать все. Как и мы можем создавать и рабочие места, так и люди будут платить налоги, да, вот это выиграет город. Выгодно всем. Приезжают туристы, это тоже определенная международная репутация города, что все знают, что Николаев очень долгое время был закрытым городом. И даже там... Это влияло. У нас нет культуры приема гостей, и мы где-то сами, может, недолюбливаем свой город, недолюбили его, да, где-то не ухаживаем за ним так, как бы мы могли это делать. Поэтому мы проводим это мероприятие, интересно с ребятами поговорить, есть уже определенные наработки, и там и туристический путевник должен быть готов по результатам, да, мы обсудим те какие-то локации, которые мы хотим показать, и компания по брендингу города, и компания в социальных сетях, как это все правильно подавать, раскручивать, потому что мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали. Конечно, непростая ситуация в стране негативно сказывается на этом, да, на желании иностранцев приезжать, скажем, так, но рейтинг. Нужно готовиться, да, это же не вечно будет, это когда-то закончится, и мы должны быть готовы к тому, что люди к нам приедут инвестиции, нам нужно людям что-то показывать, то есть не просто, что они приехали, прогулялись по Советской, набережной, и все, у нас очень много красивых мест, просто мы, даже горожане многие, сами не знают об этих местах, которые... Которые не могли би посетити. До речі, це, мабуть, проблема усіх, і не тільки в нашому місті, що де живуть, свої туристичні якісь місця не знають, а в інших містах, в областях і в інших країнах знають і прагнуть поїхати в іншу країну, подивитися. Ну, ми почнемо спочатку з наших, з ближайших наших сусідів, яких ми будемо приглашати к нам. І я думаю, таким образом ми вийдемо на те, що к нам люди з дальнього зарубіжжя. Тобто, по суті, ця, скажімо так, конференція, якщо можна її так назвати, то основне її завдання це підготувати підґрунтя для туризму, яка, можливо, в найближчому... Я вам скажу, що є багато людей, які теж думають о туризмі, але вони всі займаються кожен своїм маленьким ділом. Да? Вот. І важливо зібрати їх вместе, щоб вони услышали, увидели друг друга, да? Поняли, що ми не одинокі в этом ділі. Є чоловік, який займається там, людей в лес возить, да? Хтось на катері катає, тобто, щоб люди могли увидеть то, что это все можно собрать вместе, да, в единую программу, как лучшее, то есть что-то соединить и выработать целостную картинку. Чтобы человек, который, допустим, приезжает в город Николаев, выходит на ЖД вокзале, на автовокзале, да, он видит туристичный путевник, да, по Миколаеву, он может посетить вот это, вот это, вот это, добраться сюда можно там на таком-то маршруте, там такси будет стоить столько-то, столько-то с такого-то места, вход в музей, допустим, 15-20 гривен указывается, выставка такая-то, да, он может это увидеть, время там на экскурсию он может выделить час, чтобы человек понимал, вот мне интересно там история судостроения, я поеду в музей судостроения флота, мне интересно, я поеду в старофлотские казармы, то есть чтобы люди, которые приезжали в город, если у них даже есть несколько часов, которые они могут провести в городе между пересадками или еще как-то, чтобы они могли провести это время с пользой, заполнить свой досуг, ну и нам, городу, да, было это тоже выгодно, и чтобы их пребывание для нас тоже чем-то вернулось. Ну, по сути, такой проект адаптации туристов в нашем месте. Да, мне вот, я опять же повторю, что мне очень приятно, что в первую очередь молодые ребята поднимают эту тему, они ее пытаются как-то свести, и мы всячески им поможем, и я думаю, мы... Будем работать. Это, конечно, долгосрочный проект, но будем работать, будем смотреть, что с этого получится. Я думаю, все получится. Взагалі, уже є плани, які будуть представлені місцевості на конкурс, скажімо так, для тих ну, цікавих місць Миколаївщини? Вже підготували каталог? У нас є там перечень, так, который многие знают. Это и музеи, все знают, но это знаем мы. Потом есть у нас ребята, которые занимались очень много, ну, очень долго занимались историей катакомбы, всякие сакральные места, да, в Николаеве. Тоже очень интересно. То, что сейчас заборонено, по сути, да, но хочется. Ну, как, ну, там есть места, где там какое-то было, да, и там интересное помещение, что-то там, интересные истории, легенды. Правда это или неправда, уже сложно проверить, но это интересно, да, этим людей можно завлекать. Я думаю, я... Будь-які побрехеньки цікаві усім. Да, это всегда, это история, это легенды города, там вот катакомбы, которые там турки выходили, да, это интересно, я думаю, людям, ну завтра посмотрим, вас приглашаю, если у вас будет желание в 14:00 в администрации центрального района будет проходить мероприятие. Ну и пользуясь случаем, я тоже бы хотел обратиться и в первую очередь, наверное, к представителям общественных организаций. У нас с сегодняшнего дня мы анонсируем конкурс проектов программ по выделению бюджетных средств на реализацию проектов.
Я думаю, большинство общественных организаций знает, о чем я сейчас говорю, те, кто впервые об этом слышит. Я вкратце объясню, у нас есть, как вы понимаете, да, определенное финансирование, которое мы готовы выделять на поддержку молодежных инициатив. Согласно процедуре, мы объявляем конкурс, в течение 45 дней ждем от вас проекты, заявки на участие. У нас в управлении на инженерный один можно взять все образцы документов, получить конституционную поддержку, как это правильно проводить. И потом у нас будет открытая защита, на которой все, будучи в равных условиях, смогут презентовать свои идеи, и экспертная комиссия будет путем голосования определять лучших. Угу. Поэтому будем рады вас видеть, если нужна любая помощь, мы будем стараться вам ее оказать. Отож, дякуємо вам за те, що завітали сьогодні зранку. Дійсно, такий інформаційний потік, цікавої інформації для наших телеглядачів.